Димаш Кудайбергенов снова в Париже. Певец посетил благотворительный вечер Global Gift Foundation в качестве специального приглашенного гостя. На мероприятии исполнитель не только порадовал французскую публику своим изумительным голосом, но и познакомился с мировыми звездами шоу-бизнеса. А голливудская красотка Ева Лонгория назвала Димаша одним из самых талантливых исполнителей во всем мире. Певец, в свою очередь, опубликовал совместное фото с актрисой в своем инстаграме. Тем временем Каракат Абдильдина, которая на днях стала мамой в пятый раз, все еще в родильном доме. Напомним, у звездной Читы Булмановых теперь 4 сыночка и Лапочка-дочка, о которой они долго мечтали. А подруги многодетной мамы во главе с Алтынай Жорабаевой и Тамарой Асар решили устроить ей сюрприз. Женщины в одинаковых футболках исполнили песни под окнами ее палаты и пустили в небо воздушные шары. Телеканал Музон тоже поздравляет Каракат и Кадырали с рождением дочери и желает малышке, ее родителям и братьям крепкого здоровья.